Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня мы играем на Родина РП, Центральный округ. Мы здесь Кирилл Путболови, не забывайте вводить маник по регистрации. Если введете маник и прокатите третьего уровня, я получу 250 тысяч и 150 тысяч отдам вам. Поэтому можете вводить маник по регистрации. Также можете вводить мой промокод, его нужно вводить на 6 уровне. Пишите хэштег Кирилл Ютуб и за него получите на 6 уровне очень хорошие плюшки. Ну а сегодня у нас новое видео, в этом видео я буду продавать Маврик, пацаны. Да, это время пришло, потому что бабок нету, а контент хочется снимать для вас, там казик и так далее. Поэтому я вынужден буду продать сейчас Маврик кому-то там хотя бы за 70 миллионов, я думаю, будет нормально. Потому что продавать его дешево я не хочу, потому что у меня этот Маврик, чтобы вы понимали, был 2 года, понимаете? 2 года просто. 2 года этот вертолет находится в моем владении. Я не помню, сколько его покупал, наверное, за лямов 30, либо 20 миллионов. 2 года назад я его покупал, но сейчас на них цены поднялись как бы. И я его хочу продать, потому что мне нужны деньги, чтобы снимать для вас интересный контент. Может быть какое-то обновление, что-то можно будет купить, вам показать там и так далее. Поэтому сейчас направляюсь, получается, на Нашан и буду пытаться продать свой вертолет. Честно, мне очень жалко его продавать. Вот реально, вы не представляете, насколько мне жалко его продавать. Потому что, ну, он у меня, понимаете, 2 года. Он почти со мной все время, сколько я играю на Родине, чтобы вы понимали, этот вертолет. Состояние авто у него 100, как бы, даже номера на нем есть, хотя они не отображаются. Посредник Мигуэль Путбуль. Походу, ему ключи когда-то давал от него. Ну, короче, он в порядке, реально, у него состояние даже хорошее. Фух, блин, реально сложно будет его продавать, с ним прощаться, потому что вертолет это очень удобный транспорт для перемещения. Мне на нем квест вообще было по кайфу проходить, потому что, ну, на машине ты пока доедешь, здесь светофоры еще там и так далее, это было все долго, а на вертолете я быстренько по всем точкам полетал и выполнял квест. Вот это было реально круто, и мне реально жалко его продавать, но другого выхода нету, потому что, ну, я много раз проебал дома на Рублевке, короче, слил много ему, поэтому придется сейчас продавать вертолет. Короче, пацаны, нашел покупателя, но я хотел хотя бы за 70 продать, но я так понял, что их продают там по 70, по 65 миллионов. Мне предложили, получается, 64 миллиона. Блять, сложно реально, пацаны, реально сложно, потому что, ну, этот вертолет был у меня больше 2 лет, и мне реально жалко его продавать, поэтому сейчас, скорее всего, придется это сделать. Давайте выставляем за 64 миллиона. Ну, блин, я считаю, это не сильно много за него, потому что, ну, мне кажется, оно перепродаст дороже даже. Просто, ну, я как бы стоял несколько раз за день, типа, по часу и пытался его продать. И в итоге, все-таки, я его продал. Как бы это грустно не звучало, но, как бы, пацаны, да, я продал Маврик, который у меня был больше 2 лет. Я понимаю, пацаны, что это просто игра, это просто пиксели, но мне его жалко. Так, береги его. Давайте напишем. Потому что, блин, мне реально жалко его давать, сука. Как, знаете, как будто, блядь, ребенка, блядь, в детдом сдал. Ну, серьезно. Я не знаю, как вам объяснить, но, бля, мне реально жалко его просто. Мне просто жалко этот вертолет. Я, конечно, доволен, что я продал его, с одной стороны, потому что теперь будут деньги, чтобы снимать для вас контент. Там казино, либо еще что-то, как бы будут, как бы средства просто. Я его продал только ради того, чтобы снимать для вас контент, поэтому, пацаны, я надеюсь, вы меня, как бы, поддержите. Да, я знаю, что... Вы не очень любите Родину смотреть, но я считаю, что это очень достойный проект. Вы должны как бы просто меня поддерживать хотя бы. Да, возможно, вы не играете на Родине, но это как бы легко исправить. Можете просто зайти и попробовать здесь поиграть. Я на Родине уже играю больше 2 лет, и этот проект мне очень нравится. Реально, я чувствую, что это мой родной проект, пацаны. Я надеюсь, что вам будет Родина нравиться, потому что все я делаю только ради вас, только ради контента и чтобы вам нравилось. И поэтому я продал как бы вертолет свой любимый. Фух, реально сложно об этом говорить, потому что... Что, ну просто Маврик это очень охрененный транспорт, это очень охрененная техника, это как бы вертолет, самый быстрый вертолет в КРМП, и в итоге я его продал за 64 миллиона. Но я в любом случае в плюсе, потому что я его покупал 2 года назад за 20 или за 30 миллионов. Да. Было его очень жалко продавать, потому что он много раз меня выручал, как бы, когда я квесты проходил там и так далее. Поэтому, пацаны, просто давайте, вот возьмите, поставьте лайк, реально. Просто возьмите, поставьте лайк, и я вам буду очень сильно благодарен. Все, всем спасибо, кто смотрел это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.